вот оно что. Надо было на середину нажать. Лёля лох. Сказ о том, что Лёля лох. Взяла с собой привет зритель. Специально елочку снять. Ну, там так себе погода была. И дорога не очень. Ну, и как бы холодно все-таки рукам. И... Чё? Так нравится она так это. То ли у меня... А, у меня лапа дрожит, поэтому она голову шевелит. Короче говоря, нажимаю на кнопочку, не нажимается. Нажимаю, не нажимается. Думаю, что за нафиг вообще? А оказалось, я не туда нажимаю. Думаю, вроде как-то что-то не то. А это Лёля слегка лох. Ой, да, я же еще этот. Все-таки надо пройти все уроки от начала до конца. Потому что, как бы... Я тут даже не тот самый поставила. Она вон это крутится, куда-то ускакала от меня. Камера, вернись на родину. Я тут. Камера. Снимаю себя на вытянутой руке. Ни черта не вижу. Как это делают люди на вытянутых руках? А еще если этот штативную палку... А, она же у меня убрана. Сейчас просто так-то не поставишь. Штативную палку присобачить. Ну, потом присобачится другая штативная палка. По-моему, мне вообще сейчас или HDR 2K. Или хрен ее знает что. Где тут адреса-то моего нету, чтобы... Во, вот здесь вот то, что гуляло от Ярославля. Привет тебе, курица тупая, если ты вдруг специально это сделала, это будешь смотреть. А если ты не специально это сделала и не будешь смотреть, то просто тебе привет, чтобы ты внимательнее была. Заочный такой, который в Ярике вместо Углича отправила это в Самару. Но у меня на руке висит. Я сейчас вспоминаю, как надо сделать, чтобы перевернуть эту. Или не перевернешь. Куда я там нажимала-то, чтобы перевернулась? Не перевернется. Ладно. Я потом все эти маленькие обложики склею. Вот просто, наверное, может в этот в тест. Потому что надо еще обозреть, как в нее все эти приблуды всувачивать. Ее родные, а не те, которые... На ней же линзы стоят сейчас. Ну, в смысле, защитные стекла, а не линзы. HDR. Тот был не HDR. 2К. 30 кадров в секунду. Это максималка. Немножко темновато, но я тут этот не поставила. Да я много чего еще не поставила. Так-то одной-то рукой это неудобно делать, ну. Давайте посмотрим, что за окном у нас. У меня тут есть цветочек. И был еще маленький. И он снова цветет, но поздно в этом году зацвел. В январе. И это кошка-жук. Маленький цветочек умудрилась так, что он выдрался с корнем из этого горшочка. Он сейчас пока в воде лежит, стоит, надо будет пересадить. Я еще перед Новым годом хотела все свои алоки пересадить, к нам кое-кто пришел. Кошка? Бу-у-у. Темно, наверное. Или мне темно? Это вообще та флешка, которую я специально освободила, чтобы потом засунуть ее в рыбий глаз, в смысле в этот самый Magic Wise, в первую свою экшен. Но так как у меня на другой, которая была в этой камере, место было на 5 минут, а я планировала записать елочку. Ну а потом туда еще пойду, потому что там сезон еще пара заказов придет. Надеюсь, эта елочка еще там будет стоять. У меня-то вон еще стоит. Даже это красотень всякая стоит.
Буду теперь писать влоги. Так, ой. А в этом режиме, наверное, нету этой штуки, которая... Да, нету этой штуки. А может, просто ее нету, потому что... Ну, она есть, если только на этом, с экранчиком. Не надо меня кусать. Вот этот жук мне сегодня спать не давал. Я меньше 3 часов сегодня спала. Сейчас я планирую башка помыть, кашку сварить, а потом обзор запилить, ну, полежать где-нибудь часик, а потом обзор запилить тебе, зритель. Спасибо, Полине. Я пока стояла на остановке, посмотрела, что у меня там, ну, в Вайлдберрисе забрало в пакетике. Там главное соль для ванн и пена для ванн. А я на днях как раз сегодня, ну вчера еще сегодня планировала ванну сделать к вечеру. У меня там есть 3 одиноких яблока. Вон они. Вон они. Я нажала на сердечко. Каким-то образом. Молоко 77 с копейками. При этом не особо свежее, при том, что оно как бы этот, ну, магазин-то, где оно тут, дата-то где? Магазин-то фирменный. У нас тут в мясном ряду быстрее это все раскупается. У нас сегодня какое? 25-е, наверное, а тут от 20-го. Где тут вообще? Дата жизни, это в смысле. А, да, 25-е сегодня. У меня тут есть 2 банана. Я собираюсь сейчас сначала башку помыть, потом кашку сварить. Вот эту кашку сварить. Ее можно не варить, но я такие кашки все равно варю. Потому что я как-то заливала их сверху молоком или водой, закрывала крышку, все равно не то было. Как мюсли. А мюсли мне не нравится, мюсли я тоже варю. У меня вон там мед. Загустел практически весь. Я опять на что-то нажала, и у меня сердечко пришло. В общем, люди, чем навороченнее камера, тем надо больше времени потратить на то, чтобы с ней разобраться. И хорошо, что у DJI есть уроки. Я их сегодня посмотрю между делом. Вообще, надо по одному уроку хотя бы в сутки смотреть. Я вчера прослопочила и забыла, что я должна была позаниматься по приложению. Там, конечно, есть... Ну, вот я впервые за 7 лет нашла себе путное приложение. Благодаря другим всем приложениям, книжкам, учебникам и так далее, что я юзала лениво и медленно. Это приложение мне, ну, как бы лучше, понимаешь, там, улавливаешь. Точнее, допустим, цифры я знала только на Кане. А там цифры на канди, но благодаря им этому как бы канди запоминаешь быстрее. Но все равно она в рукописку. Я уже 2 года, наверное, не писала в рукописку слова. Когда пишешь, и быстрее запоминаешь. Ладно, я тут на 5 минут уже договорила. Я потом эти все вложики... Или, ну, склеить-то не буду склеивать, потому что тот-то я думала на 2К пишу, а это оказалось не на 2К. Я сделаю тоже отдельный плейлист этой самой, вот у меня CGCam-овская камера. Я, конечно, лоханулась, но Тазон виноват, у них информашка не та была. Но к ней, если приспособиться, она тоже вполне себе хорошая. На велик там, допустим, в деревне присобачить и поснимать. Я вообще думаю даже это присобачить как-нибудь все 3 вместе и поснимать, и это сделать, допустим, ну как бы... 3 в 1, или что-то в этом роде, или 2 в 1, или те 2 присобачить и поснимать рыбий глаз и ту мелкую. Вообще не знаю, можно ли так делать, допустим, у одной один формат съемки, а у другой другой с разными, потому что монтируется тест в Movavi вот в той версии, что у меня. Оно только в исходном в одном. Тут HDR, как оно будет. Можно, конечно, протестить эту демо-версию последней Movavi. Может, что-то еще выпустили
помимо OpenShot, который глючит уже хрена сколько лет, на Linux. Кстати, прикол, она с Linux как-то это... Они друг друга не видят. Может, я что-то не то делаю, надо будет в уроках посмотреть. Или, может, где-то еще написано, живет она... Ну, как... Потому что, чтобы с Linux ее это... Он так, по-моему, жрет от Linux. А чтобы посмотреть, что на флешке, надо флешку доставать. Ну, это как его там, блин. Меня спрашивала Аня насчет стримов с кухни. Но мои два смартбука, ну, они, в принципе, ну, тут тоже типа ноуты, но они как, они очень слабенькие, ноуты они только или на Photoshop и попутно что-то еще, или на Mavavi и больше ничего попутно, потому что не выдерживают слабенькие. Наверное, темновато будет вот так вот. Ну, тут как бы при естественном свете. Ладно. Это у нас тест HDR максималки. Я потом этот HDR запишу еще на какой-нибудь, ну, на других всех вариациях. На 25 кадров в секунду. Тут максималка 2К, 30 кадров в секунду на нее. Ну и на нем этот. Не действует то, что действует на других. Но тут у меня режим Pro сейчас. И можно было, конечно, выбрать этот с посветлее, потемнее, но опять же с этим надо разбираться. А ты уже, зритель, понял, что я еще не прочитала? Да в смысле, прочитать-то прочитала, но не все запомнила, а инструкцию по применению надо просмотреть эти уроки. Да, тут та вот самая штука, которую одной рукой не открыть. Тут, о, там оно пупырка. Там, короче... Аккумулятор, который попутно штатив, монопод. Ну, монопод и штатив. Как раз вот для такой, для такого девайса. Ладно, закругляюсь, я на 10 минут наговорила. Те, кто не из России, увидят рекламу посередине этого ролика. Если хотите поддержать канал, то рядом с кошкой в цветах, а нет, лучше вот здесь вот, то вот здесь вот на окне прямо будет облачко с «Подержи Люлю там-там-там». Ну, типа задонать. Если ты все еще ждешь СМР какой-то конкретный и никак не дождешься, то 200 рублей в месяц обеспечит тебе как минимум 3 СМР и ранний к ним доступ. Там тоже будет облачко. Ну и это что? Если забыла сказать вначале привет, то привет. А моя подруга прощается приветами, поэтому пока.